Людмила Смирнова, Россия. Участники конкурса готовы. Открывает конкурс «Восточноевропейская овчарка». Московская сторожевая. Бурят-монгольская собака. Южноафриканский бурбуль. Американский бульдог. Афганская аборигенная борзая. Бахмуль. Якутская лайка. Русский охотничий спаниель. Американский голый терьер. Фантом миниатюрный. Бивер. Русская салонная собака. Русская цветная баллонка. И тазы. Это все участники. Дорогие друзья, перед вами породы собак, которые пока не признаны на международном уровне, но они стремятся к этому, стремятся заводчики, владельцы, все, кто имеет отношение к той или иной породе, включая функционеров национальных кинологических организаций, которые готовят необходимые документы, ведут племенные книги, собирают информацию, статистику и аналитику каждой породы. Это крайне важно, это принципиальные условия для того, чтобы в системе Международной кинологической федерации каждая из этих пород получила право получать на международных, на мировых, европейских чемпионатах высокие титулы, которые открывают им дорогу к высочайшему титулу чемпион мира. Итак, судья отберет 5 финалистов, из которых назовет впоследствии тройку и среди них победителя. Итак, в отборочную пятерку проходит восточноевропейская овчарка, южноафриканский бурбуль, якутская лайка, бивер и 5-й претендент — американский голый терьер. Остальным участникам большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста, по кругу и к выходу. Спасибо. Судья благодарит всех. А мы с вами продолжим болеть за оставшихся финалистов. Но давайте проводим аплодисментами тех, кто, к сожалению, не остался в этом ринге. Мы ждем вас снова. Не переживайте. И мы уверены, что в следующий раз мы будем видеть вас в числе призеров и победителей. Спасибо. Итак, движение демонстрирует восточноевропейская овчарка, южноафриканский бурбуль и якутская лайка.
Сейчас демонстрируется американский голотерьер и бивер. Итак, последний штрих. И сейчас мы узнаем, кто станет победителем конкурса непризнанных пород. Итак, у нас есть финалисты, спасибо. Третье место. Южноафриканский бурбуль. Поздравляем. Второе место. Бивер. И первое место. Первое место. Судья отдает якутской лайке. Поздравляем от всей души. Я не знаю, та ли эта собака, что вчера выиграла на этом же конкурсе, но вчера тоже якутская лайка выиграла. Давайте поздравим как минимум породу и как максимум хендлеров, которые презентуют нам этих очаровательных животных. Фотографов просим сфотографировать на память. Уже завтра это будет история. Итак, якутская лайка, бивер и бурбуль. Надо сказать, что победитель этой выставки, якутская лайка, набирает